обоснованно ставят наши участники встречи под сомнение достоверность сделанных расчетов. Суммы довольно-таки впечатлительные, мы слышали о том, что там порядка 200 метров, чуть меньше 200 метров, цена вопроса довольно-таки приличная, 2 миллионов рублей, и выходит, я очень настойчиво попросил ДГХ ваше присутствие о том, что если у кого-то есть сомнения и проверить актуальность этих смет, я не хочу выразить недоверие ни в коем случае к этой смете, которая, во всяком случае, я работаю по принципу доверять, но тем не менее проверять. Вот это сомнение, если оно сегодня звучало, и часть наших участников рабочей группы остались удовлетворены тем, что суммы, на мой взгляд, кажутся там какой-то завышенной. Это повод для того, чтобы вернуться и проверить. Но в то же время я попросил специалистов ДГХ подтвердили о том, что в случае проведения работ, если выявятся какие-то недостоверности, подготовленный смет может пересчитать, если в сторону уменьшения, если появится некая сумма, которая высвободится, у нас есть возможность согласовать с Министерством транспорта, выставить повторно новые участки на торги, это будет уже октябрь-ноябрь месяц, и укладывать тогда уже на ноябре не асфальт, а песчано-гравийную смесь, либо щебеночную смесь на наших участках частного сектора. Так что я надеюсь, что суммы не пропадут. Я сегодня озвучил, что эти встречи должны быть регулярно, может быть, не еженедельные, но каждый участок во время проведения ремонта требует нашего контроля. Я думаю, что мы будем брать с собой, приглашать специалистов и с вашим участием проходить пошагово по всем улицам города. Другого способа нет. Я благодарен, что вот такая форма работы нас устраивает. Честно. Владимир Рудольфович, вот сегодня и вы выражаете опасения по поводу все-таки начала работы. И началось сегодняшнее вот совещание тоже с этого. Ну, как думаете, вот до реальных дел сколько еще может пройти времени? Мы буквально часть документов мы уже направили в министерство. И настолько объем огромный, они еще сами не успевают просчитывать. Я надеюсь, что в течение недели они выдадут эти документы. И я вас точно проинформирую о начале, старте. И после останется уже аукцион? Да. И теперь уже у меня тревога за то, что заявятся очень ответственные, очень надеюсь, очень ответственные подрядчики в Красноярском крае. Вы слышали Александра Викторовича, который заявил, что ни в коем случае, чтобы не выстроились в очередь недобросовестных. К сожалению, такой опыт в Красноярском крае есть, что город Назарово придут самые опытные строители, дорожники с хорошим опытом, с хорошей репутацией. Очень надеюсь.